21 января 2009 года коллекционер значков Петр Карпус передал свою коллекцию Валуйскому историко-художественному музею. Всего около 1000 экземпляров, у каждого своя история от эпохи 70-80-х годов прошлого столетия до современности. Он поднимает эстрадную музыку до уровня искусства, а симфоническую делает доступной для слушателя. А потому 21 января 2013 года виртуозный пианист, композитор, певец, дирижер, аранжировщик Мишель Легран прибыл в Белгород из Парижа с любовью, чтобы в светлый праздник Крещения подарить белгородцам музыку поистине божественную. После 24 лет забвения нормативы комплекса ГТО вернулись в школы, вузы и трудовые коллективы. В 2015 году Белгородщина в числе первых 12 регионов дала старт добрым традициям. 21 января силами в ходьбе на лыжах и стрельбе померились школьники. В этот день, в 2016 году, команда радио «Мира Белогорья» запустила в эфир познавательную программу о классической музыке. Виртуозное исполнение, необычные аранжировки, удивительные факты. Проект «Нескучная классика» до сих пор доказывает слушателям, что его название можно воспринимать буквально. 21 января 2016 года вышел в свет второй том из серии книг «Библиотека Белгородской семьи» под названием «Знаменитые земляки». Это люди, достигшие высот в спорте и искусстве, талантливые военачальники и светила науки, религиозные деятели и философы.